На одном из самых аварийных участков улицы 40 лет Октября в Нижнем Новгороде появился новый светофор. Он позволит сделать более безопасным пешеходный переход у школы номер 154. Теперь руководство образовательного учреждения и родители меньше переживают за жизни и здоровье детей. Напомню, как ранее заявляли в администрации Нижнего Новгорода, к 1 сентября у всех школ и детских садов будет также нанесена горизонтальная дорожная разметка. Очень правильно, что поставили наконец светофор, потому что это безобразие, никто не останавливается. Очень редко останавливаются, когда дети переходят. В последнее время здесь очень много вот было ДТП. И ребятишек сшибали, в общем, и взрослых, в общем, всех. Мы очень рады, что вот поставили сейчас вот светофор здесь. Мы давно ждем установки этого светофора. Особенно в зимнее время. Здесь очень сложная ситуация. Потому что, если посмотреть, здесь и спуск резкий, и часто водители не соблюдают правила дорожного движения. Ну и дети наши шаловливые, конечно. И я считаю, рядом с каждой школой должен быть такой светофор. На этом участке был исторически нерегулируемый пешеходный переход. И в связи с тем, что достаточно оживленная трасса сейчас, на этом участке, к сожалению, произошло 3 ДТП с пострадавшими, один из которых погиб, и 2 из которых были ранены.